Всем привет! Вы на канале Папа, Мама, Мы из простой семьи. И сегодня вы увидите дальше, как мы делаем потолок. Увидите, что мы приобрели себе еще одну полезную вещицу. Также наше пополнение. Ну и так еще кое-что по мелочи. Смотрите, не переключайтесь. Будет, наверное, интересно. Вот, разобрал. Вид сверху такой вот. Чуть-чуть начал зачистить. Сейчас вот эти вот края обмету, сгребу, чтобы было сразу чистенько. Уберу все. И будем разбирать. Вот над этой дверью, вот эту часть. Сейчас улицы покажу, будет видно. Она там сломанная, все. Эти балочки уберем. Вот эти вот дубки. Вот тот дубок. И будем разбирать. Там будем кирпич перекладывать. Заливать бетонное основание под дверь. Ну, короче, вот как-то так. Сейчас по ходу будет все видно. Будем все показывать. Работа идет потихоньку. Почему дом в этом месте лопнул? Вот была вот такая штука. Вот так вот тоже было кольцо загнуто. Вот. Оно было вот так вот, короче, сейчас вот так. То есть получается, дом начал тянуть. Его кольцо это вот разогнуло. Вот оно было вот тут согнуто. Это вот, представляете, на 20 сантиметров, наверное. Примерно дом разошелся. Ну не 20, но сантиметров 15 точно. Вот. Что сейчас делать? Ну я, наверное, вот здесь приварю и здесь приварю. И также кирпичом потом обложу, пусть он так и стоит. А скорее всего эта арматура идет через весь дом. Проварю просто и все. Ну а больше тут ничего не сделать. В противном случае придется всю стену разбирать. А это мне ни к чему. Вот так вот. Будем готовить. Этот рецепт уже был, но это будет из домашнего бройлера. Мы будем коптить домашнего бройлера, горячего копчения. И сейчас расскажем, что, как и почему. Мы уже рассказывали, но это расскажем для новых подписчиков, чтобы они не искали плейлист. Сейчас Раиска все расскажет. Ну, в общем, бройлер домашний. Делаем все так же, как и с магазинской курицей. Делаем рассол внутри литра. Там по рецепту должно быть 15 сахара и 9 соли. Но мы добавляем меньше. Вот перец горошку, лавровый лист. Все это закипает. Мы выключаем. Рассол остывает. Курицу ложим и в холодильник. На сутки до 3 можно. Все. А мы ложим меньше. Сколько ты ложишь? Кого? Ну, сахар, соль. Так, ложу я, ну, когда 8 соли, когда 7, сахар там 14-13. Угу. Ну, зависит от курицы, да, еще размер курицы, чуть больше, поменьше. По настроению. А, по настроению? Ясненько. Ну вот, еще картошку мы тоже делаем вот так вот, паприки и с солью. Адыгейской солью. И получается она такая, у нее цвет красивый будет. Ну, сейчас мы это все приготовим. И все это коптится на большом огне где-то около часа. Ну, сейчас, наверное, меньше будет, где-то минут 40. Потому что, когда тепло, зимой час, а летом 40 минут за глаза хватает. Вот. И щипа под низом. Под низом щипа, залита водой.
в подносе, в разносе, вот там разнос еще сверху стоит, в нем тоже вода. Это как жироуловитель, чтобы жир не падал на щепу и не горел. То есть не было этих, как они, канцерогены. Когда жир горит, выделяются там какие-то вещества, говорят. Вот получается, этот поднос, он как жироуловитель. Он с водой стоит. Вот. И получается вот такая вот штука. Сейчас приготовим и конечный результат вам обязательно покажем. Так, сейчас растопим печку. Все, процесс пошел. Закрываем. Сейчас разгорится. Закинем туда дровишек. Вот у нас тут подколотый есть маленько. И будем готовить. Пусть готовится. А, еще один момент. Сейчас она разогреется. Когда щепа уже начнет гореть, надо первым делом чуть-чуть приоткрыть вот так вот. Ну, там буквально щелку сделать, чтобы такой, ну, избыточный дым, который первый вот дым, он, говорят, не очень хороший. Чтобы этот избыточный дым выпустить весь. Ну, вот такое блюдо у нас получилось. Такая вот вкусняшечка. Что там привез? Ты такой счастливый. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Очередные 40 штук. Мусипуски маленькие. Да. Многие спросят, где наши поросята. А поросята наши. Короче, как нам сказала кто женщина, которая должна была нам поросят привезти. Она сказала, что их задавила свинья. Так что мы ждем следующего, точнее, следующий выводок уже вывелся, мы ждем чуть-чуть дольше. Ну, если она увидит это видео, может быть, она подробнее напишет в комментариях, конечно. Ну, в принципе, как-то так. Скоро будут и поросята. А пока цыплята. Нам пришла новая игрушка. Давай. Ну, ты же. Сейчас будем распаковывать. А вы уже, наверное, догадались, что за игрушка, да? Новая игрушка, точнее не игрушка, а развлекушка. Леша, нам прислалась насекушка водителя. Сейчас посмотрим, что за игрушка. Во! На сейфе? Они не будут. Они будут что будут делать. Автоклав. Я, конечно, хотел сам сделать. Ну, как говорится. Так, это у нас сбросник, да? Манометр, сосок. Смотрим целостность. Так. Запасное уплотнительное кольцо есть. Хотя в комментариях там писали, что типа запасное кольцо зажали. Ну, наверное, перестали жать. Начали ложить. У нас автоклав на 30 литров. 30 литров.
вроде все нормально. Посмотрите. Так, она тут. Лёш, маленький баллончик. Я так понимаю, по диаметру баллона газового. В принципе, можно, конечно, самому сделать. Ну, пока, честно сказать, время нет его самому делать. В перспективе, может быть, и будет что-нибудь. Но пока так. Скоро будем варить тушенку. Все покажем. Первый опыт, что получится. Классная штука. Вот так закрывается. Ну, резиночка. Вот так вот. Стопорится. И причем для меня это, ну так сказать, не новая штука. Я работал автоклавщиком, варил тушенку, только там загрузка была что-то около двух, короче, 800 банок. Мы засовывали 800 банок. По 850 грамм, по-моему, или 900 грамм банка одна. Ну вот считайте сколько. Там около 2 тонн воды, короче, в этот автоклав лазит. Ну, в принципе, это то же самое, только в маленьком объеме. Поэтому, думаю, будет... Я думаю, мы справимся. Да? Да. Да. Будем пробовать, там дальше покажем. Да.